Чемпионат Московской области – это отборочный турнир для тяжелоатлетов на первенство России. Женскую команду клуба «Богатыри» на этом престижном соревновании представляли 10 спортсменок от 16 до 30 лет. К выступлению они подошли в хорошей физической форме и заняли второе место. До первого не хватило всего 2 очков. Как отметили девушки, на результат повлияли небольшие травмы. Готовились, но в самый последний момент у меня заболела спина и немножечко упал результат, но что смогли, то показали. Неприятная ситуация вышла перед самими соревнованиями. Меня побеспокоила старая травма. Мы недели за 3 начали ее лечить. Вот, поэтому немножко снижали нагрузку, но продолжали готовиться, все время тренировались. Ксения Опекунова более 10 лет занимается тяжелой атлетикой. Считает, что на соревнованиях ее подвела техника. Но девушка будет работать над ошибками. Я рассчитывала, что в толчке лучше выступлю. Рывок нормальный, 78 килограмм подняла. А толчок, что начала, на том и остановилась. Вот. 90. На церемонии открытия чемпионата были вручены награды Министерства физической культуры и спорта Московской области. Медали «Спортивная доблесть» получили сестры Ирина и Александра Фурдик. Первый орден 3-й степени я получила за спартакиаду молодежи России. Вторую степень я получила за чемпионат России прошлого года. И сейчас на чемпионате будем бороться за места и подавать на знак первой степени. Лучшие спортсмены получили путевки на чемпионат Центрального федерального округа и первенство России. Сейчас вот готовится ЦФО России будет в Туле, а потом в Уренгое будет Россия. Поют ребята. Ребята, девчонки поют. Ну, девчонки, все члены сборной, ребята тоже там многие попали. Так что у них все впереди. Будут защищать честь Московской области и города Видное. Впереди у тяжелоатлетов ежедневные тренировки и, надеемся, новые победы. Наталья Буслаева, Сергей Ларин, Гульнара Балаева, Видное ТВ.